Всех приветствую, уважаемые подписчики, гости на моем канале. Вашему вниманию предлагается экспресс-обзор термоса А+. Собственно, для чего нужен термос, рассуждать здесь не будем. Вещь в хозяйстве полезная. Значит, как все это дело выглядит? Поставляется от такой картонной коробки красочной. Термос пол-литровый. Вот. Производитель на коробке не указан, но судя по штрих-коду, это Испания. Кто там на самом деле производит этот термос, Испания, Китай или Украина, доподлинно неизвестно. Вариант это бюджетный, абсолютно бюджетный. Обошелся мне чуть меньше, чем $5. Вот. Ну, за эту цену что мы видим? Термос комплектуется каким-никаким чехольчиком. На самом деле это очень приятно. Ну, то ли дело в руках термос таскать, то ли дело хоть и в паршивеньком, но чехольчике с ручкой. Ручка регулируется. Вот. Термос в чехле. Вот такая двойная змейка на нем. Так выглядит сам термос без чехла. Вот. Взвесить мне его, к сожалению, нечем. Ничего не могу сказать по поводу его веса, пустого или полного. Габариты. Длина ровно 25 сантиметров. Диаметр в самой толстой точке донышка 6,5 сантиметров. Термос по заявлению производителя, ну точнее, как было написано в том месте, где я его покупал, и на коробке, выполнен из высококачественной нержавеющей стали. По поводу высококачественной я сильно сомневаюсь, но по поводу того, что это нержавейка, скорее всего, так оно и есть. Значит, крышка, стандартная крышка, она же выполняет роль кружки. Снаружи металлическая, внутри пластиковая. Вакуумная крышка. Как вот так она выглядит. Вот. Термос полностью металлический, и колба внутри тоже. Это все-таки как-никак тоже плюс. Не дай бог уронишь, ударишь его. Можно хотя бы не переживать по поводу того, что лопнет колба. Вакуумная крышка, тоже пластиковая, с резиновым уплотнителем. Работает примерно следующим образом. Когда термос заполнен водой, нажимаешь на кнопочку посередине. Вот так вот наливаешь себе водичку, чаек или кофеек. Потом нажимаешь снова на кнопочку, термос опять закрывается. Значит, теперь по поводу того, как все это дело держит горячую холодную воду. На холодной воде я его полностью не проверял, проверял на кипятке. Значит, полностью залитый термос кипятком держит в комнатной температуре, отстоял 12 часов. Вода была полностью горячая, то есть, ну, от нее шел пар. Посмотрите, кто присоединился к нашему обзору. Сейчас я... Оп, меня немножко отвлекли. Вернемся к нашему обзору. Через 12 часов в комнатной температуре вода в термосе по-прежнему была горячей. От нее шел пар, как бы, ну, уже не кипяток, но тем не менее вода была горячей. То есть пить чаечек было очень даже приятно. Значит, через 12 часов при комнатной температуре вода уже, от воды уже пар не шел, но она все так же была горячей. То есть, ну, все-таки можно было. То есть, как-никак, температура в термосе. А, и это при том, что термос находился в чехле. Значит, то есть 12 часов при комнатной температуре, ну, как-никак, водичку в горячем состоянии термос сохраняет.
Значит, 6 часов он у меня отстоял полностью с кипятком в морозилке при температуре минус 5. Вода все так же парила, была, ну, не кипяток, но очень горячая. То есть, в общем и целом, данный термос -то достаточно хороший выбор, абсолютно бюджетный, но при этом, как бы, более чем достойный. За цену меньше $5, на мой взгляд, просто отлично. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам хорошего. Если вам понравился обзор, ставьте ваши пальцы вверх. Если не понравился или у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу на них в комментариях. Всего доброго вам! А+. Приветствую всех, уважаемые подписчики, гости на моем канале. Хочу предложить вашему вниманию небольшой экспресс-обзор термоса А+. Не указаны. Всех приветствую, уважаемые подписчики, гости. Как повезет.